поняла команда? Очень хорошо, все ребята очень дружелюбные. То есть и все, кто работают здесь, как бы все очень добрые ко мне. Это было, да, очень приятно. Я разговаривал с главным тренером, и мы поговорили насчет, как тут все устроено, и он сам как канадец, как бы у него канадская система, и она очень подходит мне, и стиль игры команды очень подходит, играет более в атакующий хоккей, и как я и сказал, мне, ну, очень радостно тут оказаться. Знакомых лиц только один, это Жафяров. Только с ним летом тренировались, и все, больше до этого никого не знал. А случайно или нет, много общались именно с Джорданом Николсом? Нет, он просто канадец, то есть мы нашли общий язык сразу. И я его никогда не знал до этого, но канадцам, наверное, очень приятно, когда кто-то из русских знает английский, и им приятно, конечно же, пообщаться. Конечно, я очень рад, что приехал сюда, и мне здесь очень нравится. Очень жалко, что не будет болельщиков на первых играх, как бы, но я думаю, они будут смотреть, переживать за команду. Готовы ли включиться в игру первой же игры, если потребуется? Готов.